Пешеходный мост железнодорожного вокзала связывает с собой вокзал и остановку общественного транспорта по направлению к центру. Возле ЖД вокзала Севастополя две лестницы. Одна ведет на мост, переход к автовокзалу, а другая переход на второй путь, а также выход в город и к остановке общественного транспорта. От железнодорожного вокзала Севастополя можно доехать к площади Нахимова пассажирскими троллейбусами, маршрут 1, 3, 7 и 9. Также до площади Нахима можно доехать автобусами 29, 32, 107 и 109. Кроме того, на центральную площадь Севастополя можно попасть, проехав от железнодорожного вокзала на маршрутном такси 4, 71, 81, 109, 110 и 112. Здание железнодорожного вокзала Севастополь было построено в 1875 году у устья Южной бухты в ранее заболоченной низине, которую в течение нескольких лет засыпали грунтом, поэтому она получила название «Пересыпь». Здание вокзала и станционные постройки сильно пострадали во время крымских землетрясений в 1927 году. А в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, были сильно повреждены. Во время штурма Севастополя в мае 1944 года здание вокзала было опорным пунктом обороны немецких войск, а после его захвата советскими частями у вокзала находился пункт сбора поврежденных машин, танков и другой техники. Современное здание возведено в 1950 году по проекту архитектора Богоявленского с использованием частей стен старого корпуса с арочными окнами. Полностью реконструирована крыша, появились портики, пристроены двухэтажные боковые крылья. Крышу венчает декоративная башенка. Изначально на ее аллее у главного входа был установлен памятник Виссарионовичу Сталину, который был демонтирован в конце 1950-х годов. Железнодорожный вокзал Севастополь тесно связан с междугородним и городским общественным транспортом. Таким образом, попав в Севастополь по железной дороге, есть возможность без проблем продолжить путешествие дальше, как и в другие уголки Крыма, расположенные на южном и юго-западном и юго-восточном побережье, так и в любой район Севастополя. Рядом с железнодорожным вокзалом стоят автобусы. Можно уехать на Лушту, на Бобров, Воронеж, Керчь, Краснодар, Миллерово, Москва, Павловск, Ростов-на-Дону, Симферополь, Феодосия, Ялта. Кроме того, на привокзальной площади всегда можно найти легковое такси, которые с комфортом ветерком доставят в любой район города или соседние города. По станции ежедневно оборачиваются не менее 5 пар электропоездов до Симферополя.